Доброго времени суток, дорогие друзья. Мы с вами играем в Икарус на нашей постоянной базе и продолжаем издеваться над нашим компьютером и движком игры. Мы построили крепостную стену, закатали уже часть нашей площади. Нам остается закатать еще половину. Ну что ж, погнали! Я уже нахватил кое-чего. В карманах имеется немного столбов. Мы их сейчас будем применять. Ко-всякому. По-всякому. Кому как больше нравится. Так. Собственно, что мы со всем этим будем делать? Так, а ну прыгай сюда. Как говорится, сюда ходи. Будем строить до полного потери ПС. Или полной потери ПС. Мне кажется, однохренственно. Что так, что эдак. Компьютер и так уже как бы говорит, что... Да нахер, куда мы вписались. Но мы не сын. И продолжаем стройку. Надеюсь, что как-то компьютер вывезет. Ну как-то. Ну хоть чуть-чуть. Так. Типа тут два столба придется ставить. Как-то... Ну, блин, ладно. Да ёкарный бабай. Или не поставится. Вроде стоит как-то на пол шишечки. Другой вопрос, что именно на пол шишечки. Ладно, ну нахрен. Лучше, блин, лишний столб еще раз поставлю. Чем потом, как бы, ломать голову, что с этим делать. Оно как-то будет безопаснее. Хотя, казалось бы, тут должно уходить меньше столбов. Но не факт, не факт. Ну, здесь-то вот именно тут, по идее, да. Вроде как поменьше должно уйти, потому что плюс-минус нам должно хватать высоты одного столба, чтобы... Без больших затей проходить эти места. Ну, как говорится, как знать. Чем, блин, это у нас тут все обернется? Интересно, кто-нибудь какой-то такой фигней уже страдал в этой игре? Или еще никто этим не заморачивался? Вроде бы как бы тех, кого я видел, кто занимается Икарусом тоже, прохождением, в основном как бы играют, именно прохождение делают. Ну, я уже говорил, что прохождение у меня не задалось. Игра пару раз меня подставила вылетами и потерями прогресса. Я решил, что можно заниматься им постоянной базой. Но постоянная база, к сожалению, тоже меня свинью подложила. И я этим занимаюсь только исключительно из-за того, что, блин, жутко упорный. Ну или, как я уже говорил, скорее упоротый, чем упорный. Но плюс-минус.
Так. Ладно, туда мы еще доберемся. Давай, давай. Вот сейчас интересно будем смотреть, как мы... Не, ну как, в смысле как? Получается, нашу генераторную мы заподлицо заасфальтируем. И, или снесем крышу и, к примеру, поставим чисто, к примеру, ну, просто каменный пол. Он вроде бы является изоляцией для... Ну, то есть, чтобы там внутри было убежище. Вроде бы да. Ну, по-моему, мне так кажется. Просто если это не так, то у нас будут некоторые накладки. Да, блин, ты... Вот... Ладно, здесь вроде бы уже прям как-то впритык. Хрен пойми, где оно действительно нужно, где оно не нужно. Два столба ставить. Так, столбушки, столбушки, столбики. Так, кто тут опять копытцами туда-сюда цокает? Или это я тут лапками перебираю? Изображаю из себя Рудольфа. То, что олень. Так. Не, все-таки это, блин, очень залипательная вещь с точки зрения того, что начинает потихонечку отключать сознание и вообще. Просто если бы вот мне не надо было бы писать серию, я бы вот, наверное, гарантированно уже бы пошел спать. Потому что просто, блин, забей. Так. Да? Да. Так. Хорошо. Как говорится, еще делаем ставки. Переживет моя система и движок игры все мои затеи или не переживет? Потому что закатать площадь — это, в принципе, как я говорил, не конец моих, как бы, изысканий, которые я придумал. Вообще ни разу не конец. Ну, блин. Хотя, как вариант, вначале попробовать сделать башню. То есть, вот насколько высоко получится задрать башню вверх. То есть, к примеру, может быть, делать чисто на бетонных конструкциях. И потом, когда кончится прочность, вроде бы как можно, будет продолжить, к примеру, на алюминиевых конструкциях. Да, потому что они типа прочные и для высотных зданий. Ну, по крайней мере, в описании алюминиевой конструкции так написано. А как оно там в действительности отработает? Вопрос вообще открытый. Так. Так, туда вроде уже не достает. Кстати, что у нас? А, у нас уже потихонечку вечер, да, подкрадывается. Не то чтобы незаметно, но плюс-минус. Так, здесь вроде бы удачно. Бугорок и по одному столбушку пока что идет. Но халява кончилась. Как говорится, хорошо помаленьку. Ибо нехрен привыкать к хорошему. Так, столбов чисто теоретически нам должно хватить на наши изыскания.
Ну, это теоретически. Практически... Ай, может быть всякое. Так. Еще маленько. Еще чуть-чуть. И еще самую малость. Так, ой. В принципе, не ой, оно пригодится нам. Без лишних затей. По-моему, блин, что-то с сеткой. Нет, мне кажется. Ну, вроде бы пока что ровно. Ключевой момент пока. Что? Главное, кстати говоря, чтобы у нас еще где-нибудь прочность не накрылась медным тазом. А то будет совсем неловко. Так, погнали, подрыхнем немножко. Чтобы в темноте не работать, а то я в темноте под шумок вполне себе уснуть могу. Вообще, без проблем. Так, тут как вариант можно, хотя тут и так далековато, нарастить на одну клетку и выдвинуть туда вперед подальше. Или же вообще на одну сюда прижать. Нет, на одну прижать точно не получится, но плюс-минус. Хотя, как знать, как знать. Так, активировать. Сожрать, сожрать. Тоже схавать. И поспать. Деактивировать. Давайте сразу нахватим дополнительных ресурсов. Ну, чтобы потом два раза не ходить. Да, столбов прям что-то совсем не густо. Может не хватить. Ну, в крайнем случае сделаю паузу. Вы скушаете твикс, а я пойду пофармлю. Ну, это если вдруг нам все-таки не хватит. Хотя, ну, прям может не хватить, потому что, в принципе, не так много у нас осталось всего. В частности, ФПС. Не так много у нас осталось. От слова совсем немного. Куда-то я не туда пришел. Ну да ладно. Мы сейчас вот тут придем туда, куда нужно. Да, такой лес, блин, столбов. Весьма занимательный. Так. Продолжим. Конечно же, к уже поставленному столбу могли бы привязку как-то половчее сделать. Не, она неплохая, но иногда просто малость подбешивает. Потому что она так и норовит привязаться куда-то от слова совсем не туда. Залипашки. Так. Блин, я не знаю. Вот у меня, честно говоря, не то чтобы запас идей кончился, о чем можно болтать. Просто после энного количества установленных столбов
и установленных полов каменных, мозг начинает просто зацикливаться и как-то переставать выдавать полезную информацию, которую можно было бы тут, скажем так, озвучить. Он начинает просто выполнять работу и молчать. Потому что делаем работу и выдаем, скажем так, максимальный КПД для закрытия задач. И мозг такой: чем болтать? Да ты о чем вообще? Совсем с ума сошел. Болтать он придумал. Сиди, строй и не отвлекайся. Ну, что-то типа того, не знаю. Так, ладно, спрыгнем сюда, надеюсь. О, да, вроде не разбился. Так, тут тоже надо укрепить. Да что? Не? А я надеялся, одним столбом тут обойдемся. Вот здесь вроде бы одним обошлись. Так, стоп. Куда я бахнул столб? Ну да ладно. Ну вот, блин, вот прям не знаю. То есть нужно ли тут вот так укреплять или не нужно? Ай, вопрос открытый. Вопрос открытый. Так, ну сюда я рановато на самом деле пришел. Ну да ладно. Рано не рано, но мы тут всякого понаставим. Как говорится, чтобы было. Так. О. Так, тут уже стоит, а вот тут не стоит. Говорится, этому дала, а этому не дала. Так. На всякий случай укрепим, чтобы было. Давай, 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 давай. Шевели пирожками. Угу. Кстати, вот тут вопрос открытый. Нужно ли мне тут столбы ставить? Наверное, нужно. Я думаю, пригодится. Так, там вроде бы есть. Так. Вроде бы понаставил. Теперь осталось только что забраться обратно. А как нам забраться? А мы вот тут заберемся, да? Или не тут, или тут. Да нет, тут. Не зря мы тут уже всякого понастроили. Стопаем. Кое-что я все-таки забыл. Ну, не проблема исправить. Дожди только вот подбешивают.
А сейчас мы еще медленнее будем ходить. Аки черепашки. Так. ОПС. ОПС 19, 9 ФПС проскочило, однако здравствуйте. Да, с графикой надо будет все-таки, наверное, поколдовать. Потому что одно дело в прохождении, когда плюс-минус там компьютер не спокойно, а нормально вывозит. Когда там всякое происходит, тут уже прям начинает поднапрягать. Потому что эти фризы, они прям дают о себе знать и иногда являются проблемой. Так. Я, в принципе, тут как бы что я так это заморачиваюсь, тут куда столб этот не кинь, оно потом пригодится. Ну, единственное, что если он куда-то установится без привязки, тогда да. Не очень кайфово будет, но не смертельно. Просто, блин. Как говорится, забей и выбрось. Я даже спать уже начал хотеть, потому как вот это вот занятие, оно просто подрубает. Мне интересно прям. Народ как будет смотреть, не будет смотреть это. Вот вопрос открытый. Не знаю, напишите, как вам вот именно такой формат, когда глобальная большая стройка. Ну и, в принципе, как ни крути, это немножко нудновато происходит. С одной стороны, нечто глобальное, да? С другой стороны, нечто занудное. И с малым количеством FPS. Что тоже не очень располагает, да? Так, 2, 3, и там вроде бы уже стоит. Вот у меня все-таки, скажем так, не пропадает ощущение, что, при десантировании сюда капсула просто не сможет сюда приземлиться, потому как все будет лагать. Вот у меня по-прежнему довольно устойчивое впечатление насчет этого. Так, ползем, ползем. Как говорится, яйца в кулак. Это, если что, Дэдпул сказал в одном из своих фильмов. По-моему, даже в первом фильме он это сказал. Так, ну тут мы можем, в принципе, да, сделать вот так. Заколупать. И будет плюс-минус нормально. Другой вопрос, что у нас еще от
одна секция вот с этой вот мелочью, которая перед нами. А я уже потихонечку был бы очень-очень не прочь немножко поспать. Да. Ну, на самом деле, помимо того, что как бы это немножко усыпляет, у меня на дворе сейчас, хотел сказать, ночь. Нет, уже утро раннее. Ну, сейчас у нас новогодние каникулы, поэтому я тут сижу такой, записываю во всякое ночное время, да? Хотя, как бы, что мне помешает записывать и не только каникулы, да? Поэтому, как бы, поспать уже прям хочется. Но надо все-таки довести дело либо до конца ресурсов, либо до конца. Одно из двух. Ну, конечно, есть еще как бы третий вариант, что кончатся не ресурсы, не хронометраж серии. Так, а куда я его кинул? А я кончусь. Потому что как бы уже можно немного охренеть. Так. Сюда. Не, не достает. Опять за... Да еб... Фу, поймал. Так, что-то у нас там отвалилось. А, одна из хавок. Сейчас захаваем. Чё-чё, а кушать я люблю. Да хорош, клейся сама. Желательно еще стройся само. А то ибо бесишь. Так, ладно, давайте скушаем. Кстати, прокушать я бы сейчас еще и, помимо того, что поспал бы, я бы еще и поел бы. Не отказался бы. Но ничего страшного. Этот вопрос мы тоже решим. Но чуть позже. Ну или не чуть позже. Решим вначале сейчас вот этот вопрос. Вопрос площади. Кстати говоря, я, ну, так, относительно грубо подсчитал, чтобы закрыть эту площадь каменными полами, каменных полов сюда нужно 40 стаков. Вот такие вот пирожки с котятами. Опять мы подошли к месту, где будет уходить хренолеон столбов. Есть вариант, что будет уходить два хренолеона столбов. Такое тоже может быть. Хотя... Может быть и больше. Вообще без затей. Так. Да, прям видно, как трава расступается вокруг постройки. Немножко смущает данный факт. Но самую малость. Уф-уф-уф. Все ближе и ближе и ближе.
прорываемся, так сказать, к закрытию не только периметра, но и, ну, не знаю, назвать это небом, ну, наверное, нет. Как говорится, не совсем корректно будет. Но плюс-минус. Так, туда еще не достигаю. Как вариант, конечно же, можно отложить и дописать в следующий раз. Но, как минимум, нужно... Так, оно... Как минимум, нужно достроить хотя бы эту секцию. Хотя бы. Хотя, та секция, вроде как, она... Не сильно крупная. Она, по-моему, поменьше этой будет. Это довольно здоровая. Там, по-моему, как-то... Поменьше у нас просторы. Так... Давай наяривай. Гитара семиструнная. А чё сидеть, да наливай. Ведь ночь такая лунная. Или как-то так помпелась. Кто помнит, из какой это, какая группа поет и какая песня. Хотя, мне кажется, я неправильно напел. Но там плюс-минус. Давай наяривай. Гитара семиструнная. Но мне кажется, эту группу и эту песню вспомнят или вообще смогут угадать по моим странным, скажем так, напеваниям или просто по вспомнившимся словам. Наверное... Люди только довольно взрослые. Хотя, как знать, может быть, и из молодых найдутся ребята, кто в курсе. Как знать. Не исключено, что будет такой момент, что кто-нибудь напишет, мол, вот там такая-то группа, туда-то, сюда-то. А я такой раз и опять забыл, что про что говорил. Ну, такое бывает, потому что, повторюсь, серии пишутся, ну, довольно большой запас зачастую. И выпускаются потом... С, ну, определенным интервалом. И от момента записи до момента публикации проходит, ну, блин, солидный промежуток времени. И, как говорится, не мудрено то, что когда потом, ну, в серии, к примеру, что-то прошу там, ответить на какой-то вопрос, написать в комментариях, то к моменту выхода серии, и когда кто-то пишет комментарий, я благополучно уже просто забываю, что я там вот, ну, что-то говорил, кого-то просил. И что-то в этом духе. Так что не серчайте, дорогие друзья. Не со зла я это, а в силу обстоятельств. Так. Да, вот это сейчас мы заделаем, пожалуй. Столбы. Ну, на этот кусочек нам хватить, наверное, должно. Я надеюсь, нам и площадок наших, они же полы, хватит. Надеюсь. Но это не точно. Может и не хватить. А может и хватить. Как говорится, как знать. Ну, пока все не израсходуем. Не узнаем. А сейчас израсходуем. И в конце станет понятно. Хватит или
Или я сказал, не хватит. У нас тут, правда, еще один, как бы, как это, столбец, сектор. Ну, или еще как это назвать можно. Так. Фух. Че, я не достаю, что ли, до дна? Не, вроде нормально. Достигаю. То показалось, что не получается достать. И просто не хотелось бы сейчас тут спускаться вниз. Пришлось бы, блин, оббегать вокруг. Все вот эти вот дела. Не классно. Ой-ой-ой. Не надо делать таких резких движений, дабы не раздолбаться. А, тут даже не одна, а две секции. Но получается, полов нам точно не хватит. У нас даже перегруз, блин, кончился. Столбов может быть. Так. А вот... С полами 19 штук. Не факт. Можно было бы, конечно, сейчас подсчитать количество необходимых полов. Но неохота, какой смысл. Так, столбы, столбы. Уф, да уж, блин, три столба на одну колонну. Ну да, солидно, солидно. Вопросов нет. Так, осталось 7. Блин, а тут может быть больше, чем 3. Да, а тут 3 мне, блин. Хотя... Ха, притык. Просто впритык хватило. Так, давай, рассказывай, что нам тут. Хватит? Не хватит? Делаем ставки, господа. Тихо. Такое впечатление, что не хватает буквально чу-ту-ли. 4-5. 5 прям квадратиков не хватило. Как приятно бегать без перегруза. Кто бы знал. Так. Ну, мы тогда сейчас просто без затей израсходуем ресурсы, какие есть. Ну и потом, видимо, я все-таки прервусь, подформлю. И уже, наверное, на свежую голову в следующий раз мы это все сделаем. Так, ну, мне столько даже, наверное, не надо. Потому что полов будет явно как бы больше, чем я тут смогу за счет столбов поставить. Хотя тут, вот только тут много уйдет, а здесь поменьше. Есть небольшой, возможно, шанс, что хватит. Но это не точно. Не знаю, стоит, не стоит это делать за подлецо. Ладно, с этим подумаем, потом решу. Потому что пока непонятно.
как будет классно, а как будет не классно. Ух. Солидно, солидно. Так, ну что, последний рывок остался. Нам, скажем так, в нашем приключении этом. Так, сюда, сюда. Блин, здесь уже два идет. Да что за жизнь? Кажется, вроде бы вот как бы... Ну, типа, тут должно быть хорошо и по одному, на первый взгляд. Но нет, но нет. О, два столба. Так, надо... Да, хорош лагать. Чё началось-то? Плюс что-то тут надо доставить. Здесь. Ну да, ну да. Ёшкин. Да. О, попал. Можно было вообще зайти с другой стороны, на самом деле, но я решил вот таким макаром это сделать. Так, сюда. Что ж не хватает расстояния-то? А, столбы кончились. Тупимс, тупимс. Так, сюда. Сюда, сюда, сюда. И вот сюда. Пока что вот такими вот петлями. Бегаю, как говорится, что делать. Так. Очередная хавка отвалилась. Угу. Захавать кусочек всякого. Этот фрог тоже захаваем. И продолжаем, блин, наш телемарафон, как говорится. Вперед и ни шагу назад. Я думаю, даже если серия затянется, я все-таки это все сделаю в одну серию, потому что, ну и так, как бы, довольно монотонный сюжет растянул на две серии. Я думаю, в третью вот это вот туда-сюда со столбушками смысла затаскивать не имеет. От слова совсем. А как мне сюда ее при это? Хотя, наверное, смысла нет туда ставить, потому что, ну блин. Оно тут земли вроде бы касается, то есть должно быть нормально. Так. Достраиваем, достраиваем. Так, что у нас по столбам? По столбам у нас еще три стака. Не сильно густо, не сильно мало. Но, не, вряд ли хватит. Это как бы фантастика была бы, если бы нам тут столбов хватило на весь этот закуток. К сожалению... Это невозможно. Потому что идет по два столба.
на место. А при таких раскладах шансы невелики. Так. Хлобысь, хлобысь. Два раза хлобысь. Все время хлобысь. Это прям прилично, прилично, прилично уже настроили. Да, будет смешно, если сейчас к следующему включению тут просто все к чертям растет деревьями и сломается. Это будет прям эпик фейл. Мягко выражаясь. Так, что у нас? Еще один стак полов. Йок. Ну и у нас осталось примерно половинка, вернее полтора стака столбов, что само по себе грустно. Поэтому грусть, печаль. Надо было фармить больше. Но я такой поленился, думаю, вполне себе хватит, я и так вон целый ящик нафармил. Но, фиг там плавал. Если очень мягко выражаться, очень мягко выражаться. Так, стопэ. А чё я тут прощёлкнул? Как так получилось? Неловко. Так, 14 столбов. Это прям вообще мини-бикини. Жаль, что не бикини. А то было бы неплохо. Так, тут что-то, блин, по три столба. По идее, ушло. Так. И последний столб. Он сложный самый. Ну или не самый. Не знаю точно. Но то, что ППС отъедается с каждым строением, это факт. Так, столбов у нас больше нет. Нам осталось тут всего ничего. Хотя, в принципе, я, наверное, это сделаю просто вообще за серией. Без лишних затей, потому что, ну, как бы, смысл вот это все, как бы, одно и то же делать. Я думаю, наверное, нет смысла это как-то делать по-другому. Давайте окинем взглядом то, что тут мы натворили. А натворили мы тут порядочно, да? Ну, снаружи смотреть смысла большого нет. Потому что особо ничего не увидим. Так, ну-ка. Да, не допрыгнул. Так, козлята, а ну-ка ишь отсюда. Да, блин, как мне туда запрыгнуть? Как мне запрыгнуть? Наверное,
не запрыгну так, да? Ну да. Если только вот тут сейчас попробую все-таки еще раз сигнуть. Так. Ну, это было близко. Ладно, фиг с ним. В принципе, мы и отсюда посмотрели. Плюс-минус, как это выглядит. Ну, можно еще вот здесь вот пробежать. Тут мы точно заберемся. Вполне себе. Давай, забегай. Как это будет с воды смотреться? Так. Выносливость кончилась. У нас почему-то еще... А, ну почему-то, потому что дофига еще полов осталось. Ну, слушайте, отсюда тоже смотрится нормально. И, кстати говоря, вот это начинает как-то смотреться как цитадель. Если сделать еще один ряд крепостной стены где-нибудь внутри, и вот эти вот все наши спуски подделать под эту крепостную вторую стену, то мысль о цитадели в центре вполне себе, наверное, реализуема. Ну что ж, дорогие друзья, вот на этом моменте я вам скажу до свидания, до скорых встреч. Спасибо за просмотр, дорогие друзья. Не забывайте подписываться на канал, оставлять ваши комментарии, ставить лайки. Ну и про колокольчик тоже не забывайте.